Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сейчас перед вами находится несколько бюджетных продуктов. Некоторые мне понравились, некоторые разочаровали. И далее видео вы, конечно, все поймете, все узнаете. Я вам расскажу текстуры, расскажу свой отзыв на эти продукты. И, конечно, если вам интересно, то я приглашаю вас к просмотру. Как вы видите, здесь количество продуктов очистой линии преобладает. Думаю, наверное, с них мы и начнем. Начну вот с этого березового шампуня. Он в огромнейшем объеме, 400 мл. Я вот столечко, где тоже из расходовала, мнение уже хорошее сложилось о нем. Скажу по поводу упаковки, вот мне не нравится. Я от многих девочек слышала, что вот так вот она отклеивается, некрасиво смотрится, и мне всегда казалось, ну подумаешь, отклеилась немножко. Но когда у меня у самой вот так вот отклеилась упаковочка, то, конечно, не очень это красиво смотрится, но ничего страшного. По свойствам шампунь очень хороший, он хорошо пенится, 400 мл в объеме, не знаю, сказала либо нет. Хорошо открывается, закрывается. Запах действительно такой легкий, березовый. Мне очень нравится. Очищает мои волосы хорошо, не сушит волосы. Не очень много нужно продукта, чтобы очистить волосы. В общем, я осталась очень сильно довольна вот этим вот продуктом. Очень хорошо смывает свои волосы, маски разнообразные и просто очищает волосы. В тандеме с этим шампунем я использую вот такой вот бальзам-ополаскиватель. Пшеница и лен он называется. Он вообще идет, этот бальзам, для пышности волос, но у меня самые волосы пышные, поэтому, в принципе, мне это и не нужно. Я, в принципе, на это сильно внимания и не обращаю. Не скажу, что волосы у меня еще пышнее как-то с ним стали, нет. Но именно в роли бальзама-ополаскивателя он мне очень сильно нравится. И что мне, он действительно справляется со своими функциями. Волосы действительно такие приятные, мягкие. В общем, на самом деле справляется с функциями на 100%. И что хочется очень-очень в нем отметить, это очень приятный запах. Этот просто запах до безумия приятный. Я не знаю, девочки, как вам его описать? Это такая сладость. Это, ну, я не знаю даже, на что он похож. Вот здесь написано пшеница и лен. Не знаю, не похоже, чтобы по запаху было на пшеницу и лен. Но это просто безумный, приятный аромат. Я никогда не думала, что он... бюджетной марки может быть вот такой вот аромат. И, если честно, даже не ждала вот от этого бальзама, ополаскивателя, вот такого приятного аромата. Я в восхищении. И этот аромат, что немаловажно для меня, он остается на волосах, я его ощущаю, он настолько нежный. Он, ну, безумно красивый аромат на самом деле. Поэтому, вот если не пробовали, бегите в магазин и покупайте. Очень классный. Дальше крем для тела, моделирующий силуэт. Конечно, в этом плане я его для этого, для моделирования, для сжигания жира и так далее, я его не покупала, потому что я не верю во все это. Я его купила просто попробовать именно как крем для тела. По свойствам он довольно неплохой, он беленький. Сейчас он пока... его здесь уже очень мало осталось. Так вот. Вот такая вот белая текстура. Хорошо распределяется, легко распределяется. Пленки никакой нет на коже. Действительно, немножечко питает. Вот я его сейчас использую в зимнее время, и он мне на самом деле нравится. Единственное, большой, огромнейший минус, и из-за которого, в принципе, он мне и не нравится, это аромат. Аромат у него такой явный, именно, ну, наверное, какое-то аптечное, вот что-то я в нем слышу, и не очень приятное именно для носа. И вот когда пользуюсь этим ароматом, он стоит прямо на всю комнату, и, ну, это просто что-то ужасное, если честно. Вот аромат мне не понравился, я вот не знаю, есть ли любители такого аромата, но вот мне он не понравился, не подошел. Баночку, конечно же, да, израсходует, как вы уже видели, что и не очень-то и много у меня осталось, 200 мл всего в объеме, но вот из-за запаха больше повторять не буду. Вот. Дальше, что хочется вам показать, это бабушка, рецепты бабушки Агафьи. Конечно, как без нашей бабули. Это у меня очищающая и отбеливающая маска для лица, для жирно-комбинированной кожи. Содержит огурец, ромашку, отвар петрушки. В объеме 150 мл была у меня подобная маска. Она такая жидковатая. Сейчас вам текстуру покажу. Но у той маски он был аромат такой более приятный. У этой же маски, ну... ну вот честно, опять же, такое что-то рисковатое и немножечко напоминающее стиральный порошок или кондиционер, вот честно. Ну, текстура такая жидковатая. Вот на руке кажется, что не очень жидковатая. На самом деле, когда наносишь на лицо, то вот эта вот жидковатость, она чувствуется. Отбеливание, ну, очищение, отбеливание, не знаю, заметила, не заметила. Такое, может быть, легкое увлажнение от этой маски есть, да.
И я ее использую на шею и зону декольте. На лицо как-то пару раз использовала, но я очень чувствую именно аромат вот этот вот, который мне не очень нравится. Поэтому я решила ее использовать на зону шеи и декольте. Дальше вам покажу любимейшую мою маску. Это маска Белита Витекс, ромашковая. Вот так вот она выглядит. Она идет как успокаивающая маска для лица. На самом деле, девочки, она настолько успокаивает кожу. Я обычно пользуюсь скрабом от чистой линии, который, ну, действительно настолько хорошо скрабирует, а потом вот кожа такая красноватая немножко, и прям такое ощущение слегка не очень, скажем так, приятное иногда бывает. И дабы успокоить мою кожу, я использую эту маску периодически. И она мне настолько нравится, она настолько успокаивающая. Буквально, когда ее наносишь, за секунды действительно кожа успокаивается. Она и после маски кожа действительно, она увлажненная. И мне очень эта маска нравится. Хочу, конечно же, отметить аромат прекраснейший. Ой, аромат... Вообще маска такая по цвету беленькая, но она гелевая. Вот сейчас вам покажу поближе. Аромат, девочки, очень приятный. Я, да, слышу ромашку. И еще, может быть, смесь каких-то ароматов других. Классный аромат. Я просто восхищаюсь этим ароматом. У меня ароматерапия происходит, когда я его применяю. Очень мне нравится. И я знаю, что в этой серии есть и тоники, и смывалки, по-моему, и кремы. Вот я буду в Беларуси, я буду искать вот эту серию, купить. И маску обязательно, я повторю, потому что она восхитительная. И всем я советую вот эту вот масочку. Дальше я вам покажу от марки Markiel. Это белорусская марка. Мицеллярную воду. Здесь на упаковочке написано, это 3 в 1. Это молочко, плюс средство для снятия макияжа, плюс тоник. Я, конечно же, использую просто как средство для снятия макияжа, не больше, потому что, ну, тоник для меня — это тоник, отдельное средство. Вот что касается свойств, свойства очень хорошие: мягко, бережно очищает макияж, ничего за собой не оставляет. Читала также положительные отзывы. Ну, я думаю, вы видите по цвету, какая водичка беленькая. Вот такой вот носик у нее, хорошо на ватный диск распределяется, никакой пленки жирной после нее нету, раздражений, хочу отметить, никаких нету, очень мне нравится. Единственное, что не очень нравится, это то, что такой сладковатый запах, и поэтому вот из-за этого запаха не каждый день я им пользуюсь, чередую, потому что запах такой надоедливый. Но вообще по свойствам это отличное средство, от которого я осталась на самом деле в диком восторге. Последнее, что покажу, это я покупала в аптеке вот такое вот средство. Я не знаю, это вот формула преображения, это может быть название бренда. Это крем для усталых ног. Вот так вот он выглядит. Иногда, когда я в путешествии много хожу, или дома там бегаю, еще что-то, то мне периодически болят ноги. И дабы снять вот эту вот усталость, я периодически покупаю вот такие кремы и применяю их. Что касается этого крема, он мне понравился. На самом деле, я сразу ощущала вот это снятие усталости. Мне это очень нравилось в этом креме. Уже скоро подойдет к концу, и я думаю, что я его повторю, потому что из многих кремов, которые я пробовала именно против усталости ног, вот этот крем наиболее действенный для меня показалось. Вот так вот еще раз покажу, как он выглядит. Хороший крем, очень мне нравится. Ну вот, девочки, это был мой такой отзыв на эти продукты. Надеюсь, что вам понравилось, было интересно. Пишите обязательно свои отзывы, если что-то из этого пробовали. Буду рада очень общению с вами. И до новых встреч на моем канале. Пока-пока!